В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, локальных войск и молодежь Анапы. И вот то, что делает общественная организация ветеранов боевых действий, участников боевых действий, это очень нужно, нужно для нас всех, для наших детей, чтобы мы все помнили, все знали о тех, о всяких. В нашей стране много было трагических моментов, и Великая Отечественная война в том числе. Поэтому я хочу всем пожелать счастья, удачи, благополучия. Нашим ветеранам огромное спасибо, долголетия. Всего самого хорошего. Анапское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» представляет интересы ветеранов вооруженных сил и силовых структур, инвалидов войны, семей погибших защитников Отечества. Поддержать «Боевое братство» приехали известные артисты театра и кино, читали стихи. Участники отделения «Боевое братство» вручили грамоты анапчанам. На семинаре подвели итоги литературного конкурса, посвященного 70-летию освобождения города-курорта и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. Творчество лучших отметили грамотами, талантливым авторам вручили памятные подарки.